честно, малыш получил по друзья, блядь. Разгардиаж. Вот наши креселка любимые. Так, что вот у нас осталось по хмырю? Это Аня, Аню вы знаете, можете познакомиться. Там осталось 3 огурца еще, но он бутовую банку получается есть. Да. Короче, вот что осталось по хмырю. То есть мы запишем, что мы сделали, что мы остались, то Валентин спит. Вот покажи сюда, вот процессор, системный блок украден правоохранительными органами, у которых не было ни ордера, никаких вообще, вообще никаких разрешений. То есть подальше человек пропал без вести, да? Нашли вы человека, все, ура, миссия выполнена, уезжайте. Не, они забрали у нас телефоны, они забрали у нас телефоны у всех, у людей, которые вообще, причем тут Миша пропал человек, это первое. Второе, тут других людей квартира, они берут, ломают, причем тут они, майно вообще на другом человеке, они забирают имущество. Причем тут системный блок, это специальный заказ, чтобы выбить стапок, будет стримом, но... Я вам скажу больше, что завтра, послезавтра, ну хай 3 дня и стримы дальше поедут. Не дадут этот системный блок, подписчики помогут, мы купим новый. И будем лететь дальше. Так что 5 числа та суч будет забита. Сучка, смотри, блядь, опять не удалось. Блядь, вызывай кого-то поблотнее, вызывай уже СБУ. Так, что дальше? Ну все, украли, на этот раз немного, тот раз много, на этот раз системный блок, роутер и у всех телефоны. Вот смотрите, вот Аня пришла в гости, да, пришла в гости, грубо говоря, там, к Лене моей, к маме моей, да, сюда в гости. Чего у нее забрали телефон, на каком основании, вот мне объясните. Люди, не имеющие ни ордера, ни обвинувачения, никто, ни подозрения. Если бы кому-то тут выдвинули подозрение и кого-то хотели бы закрывать, я согласился бы. Аня пришла в гости, в квартиру. К посторонним людям, которые ко мне не имеют отношения. У нее забрали телефон. Почему? Жмура забрали телефон. Букварики, блядь, честно, малыш получил по друзья, блядь. Положили нахуй, если да? Не, ну, нормально? Да. Не, это честно. Правда, да. Получил по друзья и въебало. Я тебе говорю, есть петухи ебаные, но его все, он меня. Я смотрю, говорю, он звон там, он говорит, он поскрипал. Просто факт тому, что я в нашей стране такого беспредела еще не видел. Когда выбивают, я говорю, подождите хозяйку. Я открою вам двери, подожди, я говорю, какой у вас есть ордер, у них нету ордера, и они приходят, выряжают двери. Так они ковыряют, они втихаря ковыряют, а я пошел и круть застрял. Ложу круть застрял. Да. Так вы уже сидели бы с тобой на КПЗ, нахуй. За что? За красивые глаза, блядь. Ну за свои ты глаза, может, только в парашу. Скажу так, что... Все лица зафиксированы, сейчас мы с видеонаблюдения снимем все записи и по каждому отдельно распишем фамилию, имя, отчество, на чем ездит, где живет, вся хуйня, бля, вам понравится. Просто на 100, ну бля, я понимаю все, но мы же не в 89-м году, блядь, когда нахуй, блядь, ну мы не в 89-м году, что тут такое, нахуй. Ага. Я все понимаю, нахуй, ну, блядь, мы не в 89-м году. Ну, понимаю, что у Сиси там Сися мусор, так что, нихуя себе, так что ему полковнику, сучка, можно, блядь, ты что? Ты что думаешь, ты там в чанах, нахуй, паришься, сука, на бой не при 5 сентября, сучка, он тебе пизда. Он сын, блядь, потому он сын, такие блядь, планы тебе выделывает, вот да, такие. Ничего не будет. Стратегии. За последние 3 месяца по набою Сиси, я понимаю, что я начал заниматься... Я понимаю, что Сися не хочет, чтобы был бой, но бой будет однозначно 5 сентября. Только смерть моя может отменить этот бой, но Господь еще так не решил, чтобы я умер. И он говорит, я там чумазал, разберу по квадратикам. Бля, я эту дикуху просто буду хоронить в ринге. Всегда, сука, начну хоронить. Именно дичь так хоронить. У меня еще больше стимула, сука, сильнее убить. Я думал, не буду издеваться, но буду хоронить. Смотрите, за буквально за 4 месяца второй раз. Ну, все знают решетку нашу. Тут тамбур, тут просто живут с нами соседи. Тут ставят там, ну, детские площадки, детские коляски, велосипед. Я ставлю. И чтобы не воровали, мы поставили такую штуку. Вот. Она уже 3-й раз спиривается правоохранителем. Хотя попрошу и заметить, правоохранительные органы, которые сегодня к нам пришли, у них не было ни ордера на обыск, который дает суд. У них не было ни подозрения никому из присутствующих в помещении. У них не было вообще ничего. Они просто тебя...
задержать, хлопнуть. Сказали, что тут оружие, наркотики, и тут люди удерживаются силой. Что мы сделали? Они взяли, забрали Володю, того же Дубового, украли. Володя говорит, отпустите меня, у меня все нормально, я добровольно на стримах, так дальше, тому подобное. Они Володю повезли в больницу. В больнице сняли побои, Володя говорит, я сам, все нормально, ну, на стриме все четко, это шоу. Он пошел домой спать и говорит, мне надо ехать к друзьям, они караулят, стоит наружка, две машины, вы увидите видео, мы прикрепим к этому видео, две машины и караулят, не дают человеку, то есть работники уголовного розыска Бердичева не дают человеку выйти из дома, его караулят по вказивке следственного комитета управления и не дают ему выйти. То есть они хотят его утром хапнуть, в райотдел кинуть в КПЗ, выбивать. Приедут опера Шантонера, выбивать показания, чтобы дала меня показания. Ну, я думаю, что ничего этого не будет. Без ордера я вышел к ним. Они сначала пришли, если бы они просто постучали, я бы просто открыл. Они пришли, и они уже колупались в замке. Ну, тут замок хороший, видите, класс. Марки класс, это хороший замок. Они колупались, они уже его нарушили, этот замок. И чтобы просто-напросто, я вышел, открыл дверь спокойно, заснять дверь, я спокойно открыл ее и вышел. Я вышел с ключом. Я говорю, папа, у меня есть ключ, я открою, говорю, ничего тут ломать, я говорю, не надо, вас пустят, все нормально. Я раз ключ, ключ не открывается. Почему не открывается? Потому что они уже пробовали его ломать, вот уламывали. Из-за того, что они его уламывали, ключ уже, естественно, заедает, но не открывается. Я говорю, я начинаю ключ сильнее, ломается ключ в этом, в скважине. Я говорю, давайте так, у меня у супруги есть ключ, она подвезет, откроем, я говорю, ломать не надо. В чем срочность? Я говорю, если вы ищете человека, говорят, мы ищем там Владимира такого-то, он в розыске, что пропал без вести. Я говорю, нет, этот человек у нас есть, все нормально, он, ну как бы есть, все жив-здоров, сейчас зайдете, супруга буквально, я позвоню, 7-5 минут подъедет на машине, говорю, откроем двери. Они берут, спиливают незаконно, у них нет ни ордера на область, у них нет вообще ничего. То есть, грубо говоря, сися за бабки с Киева дирижирует, короче, правоохранитель. Дает мне больше стимул. Я понимаю, что мы больше зарабатываем, чем сися. Я понимаю, что он проиграл гонку стримов и так далее и тому подобное, что он уже не интересен. Ну, мало того, он мстит на бой выходить. 5 сентября эта сучка должна приехать по-любому. Это мусорская блядина, нахуй, которая обещает меня разобрать. И хочу сказать, что теперь я буду заниматься плотно. Вся группа, которая была, у меня есть камеры, есть на улице камеры, они не смогли их достать, сорвать, потому что очень много у меня на улице, на деревьях камер. И сейчас мы будем монтировать ролик всем мрази, которые были незаконно сюда пришли. Украли системный блок компьютер. Вы представьте, человек, да, написали человек в розыске, то есть, да, грубо говоря, пропал без вести, да. Все, нашли его, все нормально, заберите его, нашли человек, заявление не пишет, все нормально. Все, история как бы закончилась. Они забирают процессор, забирают роутер, забирают у всех участников телефоны. Я говорю, это по какому, вообще с какой, ну, с каких делов это делается? Вказивка вышла в руководство, то есть это незаконно. В помещение, которое принадлежит моим родственникам, ломать двери и забирать майно, которое принадлежит моим родственникам. Ну, то есть имущество. Без никаких ордеров, никаких доказательств. То есть беспредел чистой воды. И мы, когда голосовали, когда мы уже шли, все-таки, знаете, люди думали, там пришла новая власть, что-то, ну, как бы что-то будет меняться. Я думаю и надеюсь все-таки, что сейчас это видео увидят. Те, кому надо, и сделают выводы, потому что тут чистый беспредел. А сотрудникам милиции, которые тут были, опера и так далее и тому подобное, мы будем сейчас заставить снимать на них видео и так далее и тому подобное. Что касаемо стримов, я думаю, что сейчас подписчики мне помогут быстро приобрести в быстром порядке. Этот компьютер, системный блок мне отдадут, но они могут специально выбивать стапов, тянуть время, там, отдавать месяц, два, три. Я думаю, что некоторые подписчики, донатеры помогут мне приобрести сейчас быстро компьютер, системный блок. И мы запишем, что мы должны еще подписчикам. Мы начнем завтра, послезавтра, кредиться. И мало того, Володя еще с нами будет ехать на стримах.
Просто-напросто они не знают уже за что зацепиться. Они ищут наркотики, оружие. Я говорю, так подождите, у вас какие-то должны... Ну, не ордера на обыск, вообще ничего. Я говорю, я тут не проживаю, позовите хозяйку. У вас есть ордер хозяйки? Ну, то есть вообще бред больной головы. Они вот это решетка, мне там это. Я говорю, решетка для того, чтобы они порвали с коляски и велосипеды. Наших, говорю, и говорю, наших соседей, говорю. Ну, то есть чистой воды беспредел. Все зафиксированы были на видеонаблюдение, всех будем писать имена, фамилии. Дальше будем заниматься по их родственникам, где работают, на каких машинах ездят, как зарабатывают. По каждому будет отдельный сюжет, будет интересно. Будем шатать этих оборотней в погонах, это нечестные правоохранительные органы. Что дальше? В двух словах. Ну, в принципе, так. То есть, еще раз говорю, Сися, я сейчас в нормальной форме уже подхожу, уже ты, наверное, видишь по мне, ну, наверное, интересовался, что я занимаюсь, готовлюсь. 5 сентября.